Помоги маржу. Всемирный фонд дикой природы проводит СМС-марафон. Все средства, собранные путем отправки текстовых сообщений, будут направлены на поддержку атлантического подвида маржа, который обитает на территории нашего региона. Стать участником благотворительной акции может каждый. Для этого необходимо на короткий номер 3443 отправить СМС-сообщение со словом «морж». Стоимость одного пожертвования – 100 рублей. По словам руководителя пиар-проекта Всемирного фонда дикой природы, все собранные деньги пойдут на изучение ластоногих, в частности, на приобретение техники для наблюдения за четырьмя лежбищами в Ненецком округе. Мы собираем деньги на более пристальное изучение, в частности, установку фотоловушек на островах Матвеев в Ненецком заповеднике и на острове Вайгач. То есть все деньги, которые будут собраны во время СМС-марафона, они как раз пойдут именно на это. Одна фотоловушка, которая может работать автономно до 6 месяцев, обойдется вместе с установкой в 50 тысяч рублей. Таким образом, на реализацию проекта необходимо собрать 800 тысяч рублей.